24 декабря около 4 часов 30 минут в городе Полевском напротив дома номер 11 по улице Челюскинцев водитель автомобиля ВАЗ-2112 не учел состояние дорожного покрытия, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате происшествия водитель и два пассажира погибли на месте. Еще один госпитализирован в центральную городскую больницу.